Ну что, у вас там эти самые дезертиры, что ли, хотят подкинуть эту самую? Нас это, нас вывозят отсюда. А куда? 13, 13, ну, нас, да тут такой слух идет, что у вас там самое, позором оттуда. Какой позор? Эти дебилы, знаете, что делают? Они нас послали первым эшелоном под миномет. У нас пацаны погибли под минометами на картонных машинах. Как воевать с танками на такой с автоматом против танков и артиллерии? Пацаны туда просто жилетели, все там разбили. Там знаешь, сколько погибло солдат? Там эти ДМП, эти, которые ездят пехота, там машин, там человек сразу, пацаны приехали, там сразу... Напомню, что это получается на 4-го этажа, да? Они садят на Урал, на КАМАЗы эти картонки, которые деревянные, и на них нас туда с автоматами посылают. Ты работаешь на втором этаже, правильно я понял? Там два человека наших, да, правильно. Это если бы офицер, хорошо, так там бы его не кинули, они начали отталкиваться. Ну, офицер, он поймал водилу, ему дуло пистолета к башке приставил, говорит, если мы кофе-то позволили, то катака не спасли. Если бы водилу не кинули, то мы можем их выявить на твоем участке. Он вообще говорил, валите куда хотите, мне на вас похеру. Тут вот начали звонить генералу, он к нам вчера пришел, я, говорит, собираюсь идти на Киев вторым эшелоном. Каким вторым эшелоном на этих машинах? Тут танки, артиллерия стреляет над головой, летает, ага. Они хотят найти ни на бронетехнике, ни на какой, ни брони, ничего, они нас посылают на картонных машинах. Просто как пехоту, мясо. Таким количеством, уже количества никакого нету. Тут приехал он, хабаровский отряд, просто их всех убили, никого не осталось. ПУ 453-му. На приезд! Павлик, тебе одно отделение, звено ГДЗС. Отдельный пост по ТЧ-7. Ты понял, подойдут, я им поставлю задачу, хорошо? По приеме 078. Подойдем на четвертый участок, где твое опасное отделение. Отсюда, к центральному входу, на третий этаж поднимайтесь. Принял. Thank you.